и на первом листике написал «С 1 мая». Получился очень красивый календарь для маленьких детей. Если, например, у кого куклы, то для этих кукол в общем игрушечный. Ириса Ивановна поставила мне 5. Она сказала, мне нравится. И я пошел к себе и сел на место. И в это время Левка Бурин... Левка. Угу. Почему тут точки не могут поставить? А, не знаю. Забывают пропечатывать. Левка Бурин тоже стал сдавать свой календарь. А Раиса Ивановна поставила на его работу, посмотрела на его работу и говорит. Наляпана. И поставила Лёвке 3. А если бы 2 поставила? Ну, была бы 2. Переделывать бы пришлось. А когда наступила перемена, Лёвка остался сидеть за партой. У него был довольно-таки невеселый вид. А я в это время как раз промолкал кляксу. И когда увидел, что Лёвка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошел к Лёвке. Я хотел его развеселить, поэтому, что мы с ним дружим, а он один раз подарил мне монетку с дыркой. И еще обещал принести мне стреляну. Стреляную? Охотничью гильзу. Чтобы я из нее делал автомат, телескоп. Атомный телескоп. Ай, киса. Ну, не помню.